Арсений, когда я вижу такие ролики... Так выглядит одна из квартир в Харькове. Мы посмотрите на подъезд, Арсений. Какой шикарный подъезд. Это ваш царский дворец, наверное, в Петергофе. Вот так бы выглядел, если прилетел туда Эскандер. Вы посмотрите, какие подъезды. И вот когда вот так вот выкидаете Эскандерами, я... Золкин сказал, что... погибло, возможно, 28 человек. Мне кажется, вы не убиваете 28 человек. Вы хотите, чтобы умерли все. Ну как могут 28? Будинок кажут про прилет Искандера. Вы же понимаете... Аптека и за аптеку уже... Вы же понимаете, когда прилет вот такого плана, умирают все россияне. Вы просто хотите, чтобы в этом будинке умерли все люди. Скидки точно? Конечно, нельзя скидки точно. Как узнать скидки точно? Арсений, у вас план уничтожения Украины. Не убийство какого-то человека, не азовцев там или какого-то там... Так выглядит одна из квартир в Харькове. Мы много раз бачили эту будівлю, могли бы...